Обеспечение комплексной безопасности на территории Тверской области во время предстоящих новогодних и рождественских праздников стало главной темой селекторного совещания, которое губернатор Игорь Руденя провел 29 декабря с главами муниципалитетов. Глава региона подчеркнул, ключевая задача органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, экстренных служб и энергетиков обеспечить эффективную слаженную работу, чтобы продолжительные праздничные и выходные дни прошли без серьезных происшествий. В ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 в районах пройдут праздничные мероприятия. В рождественскую ночь службы состоятся в 183 храмах. Обеспечивать правопорядок в новогоднюю ночь будут порядка 600 сотрудников органов внутренних дел, представителей Росгвардии, народных дружин, представителей казачества. В Рождество свыше 400 человек. Игорь Руденя отметил, под особым контролем будет находиться вопрос бесперебойной и надежной работы. Работы всех систем жизнеобеспечения в праздничные дни. На территории Тверской области должна своевременно проводиться расчистка и противогололедная обработка дорог. Организована стабильная работа общественного транспорта, систем теплоснабжения и электроэнергетики.